За весь мир вашей республики мы вчера сказали, что ваш парень выйдет. Вот у нас еще и на барабанах играют. А у нас и барабаны. Сейчас мы подпишем вам от всех чемпионов и вручим. Классно. Как зовут? Вот Борисович. А как зовут тебя? Подойди, пожалуйста. Юсуп. Юсуп из Ингушетии. Юсуп, не Юсуп. Юсуп. Да. Да, еще один подарочек. Видишь, Федерация бокса тебе дашь. Вот тебе с автографами все, видишь? И Победкин, да. И Очигава. Вот они прям все. Но только в таком варианте. Но только в таком варианте. Ну, выживите. Оставь свою силу на добро. Ты тоже так же. Свою силу на добро. Вот видишь, Раим Кульмаламбеков, двукратный чемпион мира, серебряный призер олимпийских игр, бронзовый призер олимпийских, Султан Ибрагимов, серебряный призер олимпиады, чемпион мира среди профессионалов, ну и плюс имя Султанова, вот все говорит. Санечек? Сейчас, Санька еще. Вот Александр Павлетки сейчас подпишет. Олимпийский чемпион. Да. Ты сейчас, вот сюда, вот. А, Павлеткин и вот. Это практически 700. Нет, 194. А если постараться? Сейчас. О, вот потом рамочку Юсупу, вот сборная команда России, с уважением и вот. А можно здесь вручить? Давай, иди сюда, давай сфотографируемся сначала, а потом будем вручать. Давай сюда, вставай. Так, держи, вот так. О. Поздравляем, молодец. Отдельные аплодисменты, пожалуйста. Я первый выдал такую цифру, поэтому желаем удачи тебе и так держать, держи. И силу собрано добро. Рекорды. Есть такое выражение, добро должно быть с кулаками. Спасибо тебе. Спасибо. Можно ваш автограф? Не попадайтесь. На улице нельзя тебе. Хорошо, удачи. На наш первый вице-премьер Александр. Очень приятно. Мы теряем нашего сотрудника. Переходим в бок. Наоборот, вы приобретаете боксера сотрудника. Нет. Он каждый год Юсуп, приезжает. Ты еще остаешься оператором пока? Да. Ты своих не бросаешь, да? Никто.